Друзья, а это кусочек бонусного видео. Значит, я занимался тут планетарным сканированием. Значит, это поселение, ну, которое вот там идет какое-то название. Так, сейчас я цвет выставлю, чтобы какой-нибудь был нормальный. Вот, какое-то название идет и два плюса. Вот так. То есть это размер, ну как, населения, ну по сути размер базы. Больше населения, больше база. Вот. Здесь уровень безопасности низкий, поэтому здесь дронов нет, вокруг всяких башен вот этих нету. Ну вот, тут стоит их несколько штук, две, вот три, по-моему, все. Вот. А, вот четвертая. Но они только по SRV стреляют, они корабль ваш не будут купить. Как я сделал? Я пролетел над базой, над ней завис, и вот эта хорошая функция новая появилась, вот камера. Она может отдалиться от вашего корабля 250 метров. Но этого недостаточно, чтобы все хорошо разглядеть. Там есть увеличение. Вот это я, ну, видео записывал, это скрин из видео. Вот. И, в общем, можно разглядеть, где находятся маяки, которые вам сканируют. Но вам все равно придется под разными углами подлетать. Вот, допустим, вот здесь маяк, его не видно. То есть, если я увеличу, кусочек вот торчит, его видно. В общем, высаживайтесь вот со стороны, вот где вот этот заезд, куда-нибудь туда вниз корабль ставите, и просто сюда подъезжаете. То есть, подъехали. Один маяк находится, вот он наверху. Он как не маяк, как же датчик. Нужно сканировать датчики, то есть, когда я его просканировал, у вас идет время на уменьшение. Вам за это время нужно успеть найти следующий и просканировать его. Подъезжаете, вот прямо у лесенки, здесь под лесенкой, вот он один, маячок. То есть, наверх заезжать сюда не надо, чтобы вот этот сканировать. Заезжайте снизу сюда, его сканируете, потом возле стенки встаете, башенку наверх поднимаете вот так, сканируете вот это. И дальше объезжаете его. Вот сюда за базу едете, и вот он третий стоит как раз. Вот здесь сканируете, и все, скан завершен, время прекращает прекращается, ну, убывать, и вам дают данные. Только обязательно перед тем, как заниматься этим, посмотрите у вас, чтобы хватило места, ну, вот в разделе данные. Потому что если будет 500, вам ничего не дадут. Скажут, что просканировано, но ничего не дадут. То есть обращайте на это внимание, что-нибудь не нужно удалять. Ну, на этом все. Спасибо, что смотрели. И на этом бонус кончится. Всем пока.